Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xBet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xBet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Всем привет, дорогие друзья, я только вернулся домой и уже вижу, что добавили новый скин. Вчера, кстати, не было стримов, я был в гостях у Сереги Аурума, мы вчера стримили у него там на канале, вот выбирали победителей, кстати, на скины нам. На моем канале так и не выбрали, поэтому выберу сегодня на стриме, приходите, стрим будет вечером, возможно даже совместный опять же стрим с Серегой, посмотрим, если у нас все получится, поэтому ставьте лайк, если хотите, и подписывайтесь на канал, быстро подписались, вот, шучу, не быстро, можете медленно, самое главное, чтобы подписались. Короче, смотрите, Poco, добавили этот скин, который вот связан с Днем Влюбленных, и теперь мы его можем купить за 109 гемов, короче, смотрите. Я, естественно, его куплю, потому что, ну, я ж гребаный донатер. Но я хотел бы спросить у вас, а вам нравится скин? Делать розыгрыш на него? Если да, то смотрите, можно подождать, допустим, 15 числа, добавят Джина и бомбануть просто топовый конкурс на Джина, на скины, на вот это все-все-все. Короче, пишите в комментах, если соберем до 10 тысяч лайков, холдик вам прям 100% берет и делает конкурс, вот. Поэтому, ну, блин, всего лишь лайк поставь, все. А холдик покупает за 109 гемов Poco и идет просто сейчас ломать морды. Поехали, вот он Poco, красавчик, куча скринов. И плюс, понимаете, Poco, 10 уровень, это же просто, ну это же просто сказка, это двойная радость. Короче, сегодня на стриме апаю Poco на 500, все, я решил, только что решил, все. Какой камень, опаленный камень, а тут что у нас, дрифт, подрифтим. Ну давайте подрифтим, я хз, что за карта, для кого она? Давайте подрифтим, это я только что пытался стулом заехать под стол. Ну, типа, знаете, как это. Вот, и тут коврик немного мешал, поэтому не думайте, меня просто, короче, забейте. Я не пьян, нет, просто, просто реально, просто реально хорошее настроение. Вот, так, давайте, все, сейчас будем нагибать. Блин, ну Poco на самом деле 10 уровень, ну типа он такой же, как и 9. Я в том плане, что пассивка особо не меняет мне роли. Я играю типа на 9 или на 10, потому что пассивка работает только в команде. То есть как бы толку мне от этого нету, что я сейчас на Poco. О, это тихо. Тихо, я сказал, тихо. А что так, что так изи? Это что, это рили? Такие кубки? Тихо, давай. Хилимся, хилимся. Все. Так. Попал! Ах ты, гаденыш, попал. Ну ладно, все, поехали. Poco убивать, Poco. Тихо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай. Ну блин. Я не знаю, попытался затимиться. Потому что мне кубки важны сейчас. А я умирать не хочу. Это, потому что я вижу сейчас вот это жмут, жмут. Опа. Ох, офигеть просто. Так, хорошо, я все банки собрал. Просто жесть. Ну кто ж знал, что там бык сидит? Вот гребаный кустарник. Ну ладно. Что-то мне как-то эта карта не понравилась. Ладно, давайте я попробую здесь затащить, хотя бы получить токен. А после этого потом попробую пойти в этот, в другой режим шедер. Да? Да, пойдем, сделаем именно так, как я вот сейчас сказал. Ну поехали. Так, 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 еще раз вот так, и все, и забираем кристаллик, и прям дальше сюда, вот так. Так, угу. Бомбер, блин, с бомбера может затимимся? Блин, а, насчет Poco, кстати, ну такой, смотрите, джентльмен, да, в шляпе. Белый костюмчик у него, просто романтик, с гитарой, что еще надо, да, для него? Ах ты какой хитрец. Это ж с пассивкой круто, он типа от урона уворачивается. Сейчас попробую забрать кристалл, надеюсь, меня кольт не закрысит. Все, отлично, мы затимились. Ух ты, вы видели, как четенько я подошел, и атака остановилась прям у моих ног. Так. Я в прошлый раз сдох от быка, теперь надо не наступать на грабли второй раз, поэтому проверяем кусты. Так как, ну, быки опасны для Poco. Да. Хотя, начало было неплохое, согласитесь. Коль, только не вздумай меня закрысить. Тихо. Так.
оп. Отлично. Оп, 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 оп. Ну давай, давай, Коль, добиваем, добиваем, добиваем ее. Найс. Опа. Давай, 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 давай. Я тут на грибочках постою. Так, 6 бойцов. Да, в принципе, нормально и на этой карте тащить. То есть, вообще изи. Оп, 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 оп. Грибочки. Так, 5 баночек, отлично. У меня есть ульта. У меня есть ульта, я стою на грибах. Оу, щет. Только не вздумай ультовать. Не вздумай кольт ультовать. Еще 5 бойцов у нас. Ну окей, сейчас... О, хорошо. Блин, кольт ушел. Так, там получается Леон остался и кольт. Так. А не, не только Леон и кольт. Еще какой-то тип. Тихо. Так, хорошо. Ай-я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 й. Оп, хорошо. Вы видели? Я даже без ульты. Без ульты даже выигрываю. То есть отхилился без ульты. Так, так. Ну, блин, странная, кстати, Джесси. Она могла зайти на грибочки и не сдохнуть. Но она сдохла, потому что холдик затащил. Плюс 7 кубков. Ну, в принципе, в целом... Можно играть на этой карте. Ну давайте попробуем, все-таки попробуем ради эксперимента сыграть на другое. Какой там опаленный камень, да? Опаленный камень, ну давайте. Кстати, вот уже так туда-сюда 10 тысяч кубков будет уже, смотрите, почти 9200. Вот, как-то вот, не знаю, как-то 10к, что ли, проще. Ну потому что я начал апать тех персов, которые у меня там реально на дне были. Я ими не играл долгое время, из-за этого у меня кубков в профиле не так уж и много было. Сейчас я их подтянул на 300 всех практически. И сейчас буду апать всех на 500, и после этого... Соответственно, у меня уже будет 10 тысяч кубков. Вот, и потом буду апать всех персов 500+, буду надрачивать скилл. Не пугайтесь этого слова. Ну, реально, буду тренировать скилл в трио. И, ну, в командных боях. Ух ты, блин. Что-то мне не нравится. Вот не нравится уже, вот это все не нравится. Что меня поджимают. Надо уходить, наверное, потому что зажмут гады. Зажмут. Все, уходим сюда. Тут никого. А тут есть кто-то. Так вот, в 3-3 буду тренироваться и апать на 600 кубков всех остальных персонажей. Все, поехали. Сейчас, потому что я отвлекаюсь. Я вот заметил, когда я не на видео играю, я играю неплохо. Когда на видос я смотрю какие-то... Что-то я сливаюсь часто, типа, какие-то каточки странные. А не на видосы, там, топ-1 нормально получается. Все потому, что я проанализировал. Когда я записываю ролик, я часто болтаю. Поэтому это отвлекает. Поэтому, если я буду делать паузы, молчать, просто поймите, я вот сейчас думаю, что куда, что где, и не знаю, что говорить в этот момент. Реально трудно комментировать и играть, но, тем не менее, как-то все равно же получается, да, хоть как-то. Ай, нифига себе. 1100. Нет, Пока. Ой, как тебя там? Джикс. Отлично. 3 бойца осталось. Ну все, да, тут, короче, Unreal. С одной стороны Джесси, со второй Пайпер. Плюс у меня не так много хп. Плюс 4. Ну, третье место. Ну, на этой карте мне было посложнее. Вот, признаюсь честно. На этой карте было посложнее. Поэтому давайте вернемся, скорее всего, на прошлую карту. Там как бы потеснее, да. Поэтому проще. А тут на расстоянии дистанция... Тихо, блин. Давайте. Дрифт в дюнах. Поехали. Вот сейчас бы плюс 7 было бы идеально. 420 на этом заканчиваем. Естественно, продолжу на стриме. Вот если тебе этих каток мало, если ты хочешь больше смотреть не роликов, а моих онлайн-каточек, как я поднимаю купчи, приходи ко мне вечером на стримы. Чтобы стримы не пропускать, я боюсь ему доверять, типа... Давай, забирай, окей. Забирай. Ну ладно, примат вроде честный попался. Я просто думал, он меня отмутузит сейчас. Приходи на стримы, чтобы стрим не пропустить, колокольчик жми. Да забирай. Не, пускай тебе будет. Пускай тебе. Ну, спасибо. Окей, спасибо. Блин, ребята, что-то плохо. Затимился как-то. Грибочки. О, я вышел с грибов! Нет, только не минус!
минус 7, и сенсор залагал в этот момент, сука. Знаете, вот как это бывает. Вот я играю на планшете, да, и вот, вот этот палец сенсора, вот так я сюда веду, и вот он сюда уже палец доходит, и я останавливаюсь. Ну, мне писали, типа, в чате, холдик, ну, закрепи джойстик, да и все, такой проблемы не будет. Но, блин, как-то мне не хочется закрепить. Ну, типа, иногда, даже когда вверху я могу нажать на любую точку экрана, я в любом случае, джойстик сработает. А так, то есть, закреп тоже не варик. Короче, ладно, пох. Там дело на самом деле не в том, что палец соскользнул, а в том, что... А в чем дело-то было? А кто меня убил? А, типа зажал Поко меня, да? И я вышел с области грибов, тот Поко отхилился, и в итоге уля-улю. Ну нет, ну я не сдохну. Ну ладно. Ладно, пох. Отпускаем ее. Ну, я буду ее так на дистанции держать, контрить, если что. Тихо. Тихо! Опа! О, у нее ульта есть. Мне тоже нужна ульта. Ага. Так. Оп-о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 п. 4 банки и почти убил Шелли. Не, надо сейчас катку затащить, по-любому, по-любому. Полюбим. Так. Шелли. Блин, Пайпер, ты кого вообще преследуешь? Меня или Шелли? Так, ладно, давайте вот здесь похулиганим немножечко. Кто у нас тут есть? Никого. Никого. Просто жесть. Просто жесть. Блин, жестяк. Жестяк, жестяк. Леон, конечно, подловил, подловил. Боюсь теперь, боюсь. А где он опять? Где, блядь, Леон? Капец, он опять в стелсе, вот мудак. Ну я на грибочках буду стоять теперь, я читер. Хорош. О, вообще шикарно, блин. Просто иногда тупишь и выходишь с этой области. Так, ну все, похилился, 6 банок, есть ульта, ну надо тащить. Пайпер осталась, да, там такая, блин, опасная. И 2 Шелли. Шелли затимились. Ну, Пайпер, тебе надо со мной затимиться. Ты охренела? Ты реально охренела? Бля, пацаны. Так. Ну, постоим, постоим. Блин, у нее грибы. У нее грибы, у нее грибы. О, нормально. Так, оп-оп-оп, она сейчас улетает. Оп, отлично. Ну давай, 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 давай. Ну давай, ну блядь, сдохни уже! Все, отлично. Я не понимаю, как мне выиграть тут. Подскажите, пожалуйста. А, жесть. Ну ладно, топ-2. Неплохо, да? Согласитесь. Против Шелли на ближней дистанции приоритет, сами понимаете, у кого. Ну, 413 кубка, окей. Приходите на стрим, может быть, постримлю в трио с кем-то. Потому что это последние стримы на этой неделе. На выходных я улетаю, ребята. Поэтому приходите. Последний раз вот это с вами постримим. И неделю я просто беру отпуск. И не будет стримчанских. Поэтому вот последние дни я хочу вот с вами нормально постримить. И все, и улетаю. Но об этом на стриме расскажу. Все, спасибо вам огромное. Подписывайтесь. Жду вас на стримах. Пока.